Хайпанули на эпидемии. В Магнитогорске несколько молодых людей решили разыграть горожан. Они записали видео, на котором имитировали экстренную госпитализацию больного коронавирусом. Это смертельное заболевание, которое сейчас распространяется в Китае. От него погибло несколько десятков человек. Вон что-то за движуха. Что случилось? Парень. Что, скорую вызывать? Да. Эти кадры распространились по сети накануне. Все происходит на перекрестке Маркса и Завинягина. Молодой человек имитирует обморок, два других, переодетые в защитные халаты, грузят тело в машину и уезжают на глазах удивленной толпы. Магнитогорцы раскусили пранкеров. В соцсетях автору видео адресовали возмущенные комментарии. Такой дичью заниматься не вижу смысла. Думать надо, что делаешь. Кругом люди пожилые ходят. Не дай бог кому-нибудь из-за этого плохо стало бы. Это вообще кощунство. Никаких берегов. Мерзко. Впрочем, сам пранкер на такую реакцию не обиделся. Нам удалось пообщаться с молодым человеком в соцсетях. Он пояснил, хотел таким образом привлечь общественность к проблеме смертельного заболевания. Считает, об этом мало говорят. А вот последует ли какая-либо реакция со стороны полиции, неизвестно. Стражи порядка от комментариев на камеру воздержались, как и от пояснений, предусмотрено ли наказание за такой розыгрыш.